садіться, стій, стій. Здрасте. Добре, місце. Я спочатку ти грав в дітські, пройшов там і 15, і 16, і з небольшою паузою, коли був в Донецькому Шахтері в дублі, а потім вернувся. Скільки там вийшло, якщо так зараз пам'ятати, 2-3 роки. Да, там уже играл в профессиональных командах. Ну, говорю, что первые такие шаги взрослого футбола постиг как бы в Германии. Да. И вот третья Бундеслига. Ну, если сравнивать, то в украинской премьер-лиге и там в основном идет, ну, на первое место выходит физика. Ну, решение, конечно, я не задумывался, поступило. Во-первых, и тренер, и я наслышан о коллективе, и уже узнал, какой коллектив здесь дружный, друг за друга. Мы приняли очень хорошо, и мне здесь все нравится. Как вы оцениваете шансы Воаспы пройти в Лигу Европы? Вот, пообщавшись отдельно вплотную с игроками, поработав с ними, уже пообщавшись с тренерским составом, вот вы уже более так изнутри эту систему все знаете, так немножечко поверхностно. Вот как вы оцениваете шансы на этот сезон? Я думаю, шансы реальные. И можно бороться. В принципе, задача стоит, и все зависит от нас. Да.